На сцену приглашается главный судья этих соревнований, мастер спорта России по пауэрлифтингу Андрей Мартиросов! Встречайте, друзья! Сегодня он впервые скинул с себя спортивный костюм и одел костюм тройку. Какой красавец! Итак, участники, глава Ассоциации силовых видов спорта города Тобольска, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, серебряный призер Кубка России по пауэрлифтингу, неоднократный призер битвы чемпионов, тренер фитнес-клуба Кубики Никита Пабло! Он когда-нибудь проигрывал в Тобольске? По-моему, ни разу. Вот так вот, друзья, давайте поддержим земляка! Встречаем многократного чемпиона турниров по жиму, штанге, лежа и силовому экстриму, медицинского работника сборной Тюменской области по биатлону Сергея Воронина! Даже в прошлый раз он поднял больше собственного веса на 10 килограммов. Посмотрим, что же будет сегодня. И третий участник соревнований. Чемпион Новокузнецка и Новосибирска по силовому экстриму 2015 года. Призер Кубка Сибири по армлифтингу. Кандидат в мастера спорта по гиревому спорту. Инструктор по физической подготовке Алтайского госуниверситета. Наш гость из Барнаула Александр Зинец! Дети есть! Давай, Серега, поддержим, друзья, как следует! Это Серега Воронин! Считаем вместе, друзья! Три! Четыре! Отличный темп задал Александру. Семь раз. Можно просто готовить двигатель внутреннего сгорания. Что он кубит? Я удивляюсь. Вот такая растишка. Город Барнаул. Я уже сбился со счета. 11. 11 раз. Ну что же, привезет ли он результат Сергея Воронина? Время еще есть. Секунды неумолимо бегут вперед. Давайте поддержим нашего гостя. Вас не слышно, Бабу! 2 есть! 2! Вот сейчас 2! Никита, давай! 3! 3 есть! Я прям чувствую это напряжение. Вот откуда у них силы берут, я вот знаю. Нужно есть веремешенку из твердых сортов пшеницы. 4, да? 4. 4, да. Ты прямо сейчас как Елена Малышева. Ох, секунды бегут. Все. Слушай, есть контакт. Заинтригован. Давайте смотреть. Ну, друзья, мы никуда не торопимся, можно будет, я не знаю, наверное, что-то 12, до салюта подождать. Только посмотрим, сколько часов вы сейчас скажете. На музыке. Время пошло, друзья! Поехали!
Você tá voada? E ela decadência. E ela bateu. Быстро. 14.78. Вот он!